Всем привет, у меня на канале. Сегодня будем делать выкидной ключ сигнализацию Startline A93 для Renault Duster. Вот так вот выглядят сейчас у меня ключи. Прилог штатный, ключ от Renault Duster. Теперь их будем совмещать. Вот я приобрел вот данный девайс с выкидным ключом. Здесь стоит жало-имитатор. Может быть, заготовка кому-то пригодится, но на мой не подходит вытачивать. Мы его сейчас аккуратно разбираем отсек для батарейки, берем маленькую отверточку и начинаем плавно выкручивать два винта. Один коротенький, один маленький. Винты здесь достаточно длинные, хорошо стягивают крышку. Пытаемся. В данной работе будьте предельно осторожны, не сорвите грани. Вот мы его разобрали, теперь будем разбирать брелок от сигнализации, который шел в комплекте. Снимаем защитный чехол, открываем отсек для батареек. Там также под батарейкой находится один всего винтик, маленький-маленький винтик. Кстати, можно сразу в тот брелок, в комплекте идут кнопочки резиновые для нового брелка. Их устанавливаем, протираем все, чтобы внутри стекла грязи не было. Они встают в специально отведенные пазы. Очень плотные, хорошо сидят. Готово. Сейчас разбираем брелок. Повторяю, еще один всего винтик в отсеке для батарейки. У меня были некие проблемы, как же его разобрать, потому что все достаточно плотно застегивается, ничего не хлябает. Долго я пытался, мучился, вот достал саму плату. Так вот она выглядит. Она встает как раз в отсек, предназначенный для нее. Теперь нам нужно взять ключ свой, разобрать, убрать жало, которое мы поставим на место, и достать чип, чтобы чип иммобилайзера, чтобы у нас машина с ключа заводилась. Если эту манипуляцию не сделать, у вас стартер будет крутить, но двигатель не запустится. У меня также один винтик, но плотно ключ застегнут. Мы его аккуратненько также вынимаем. Очень все туго, но это хорошо, ни влага, ничего не попадает. Ножом подковырнув, мы откроем. Как оказалось, в ключе без кнопок, который второй ключ, шла запасная батарейка для первого ключа. И достаем маленький-маленький чип, без которого у нас ничего не выйдет. Я его приклеил на двухсторонний скотч, чтобы он там не брякался. Ну и поплотнее он зажмется там. Теперь берем жало и начинаем подгонять, чтобы оно встало в паз. Вот так вот выглядит все. Вставляем внутрь саму кнопочку. На второй половине стоит пружинка. Вот мы вставляем эту пружинку, на ней торчит один усик. Он вставляется во вторую половинку. Там есть специальный паз под него. И делаем 1-2 оборота, смотря с какой скоростью вы хотите, чтобы у вас выкидывался ключ. Чем больше сделать, тем резче будет. Я не стал сильно делать, я, по-моему, сделал 1,5 там оборота где-то. Достаточно, мне не надо, чтобы как выкинной нож он выскакивал, чтобы меньше все это травмировалось впоследствии. И соединяем обе половины воедино. Делайте это не торопясь, все у вас получится.
Главное аккуратно, чтобы все пазы сошлись, все вставится. Еще раз повторяю, будьте аккуратны с пружинкой, вставляйте в паз, сжимайте руками, все застегнется, все встает достаточно плотно. И дальше мы берем два винта, эти обратно закручиваем, чтобы было все плотно. Ключ выкидывается, все проверили до того, как все это скрутили. И тогда начинаем до конца окончательно все стягивать. Делаем все плотненько. Вставляем батарейку и смотрим, все как работает. Сигнализация запустилась, все прекрасно, всем мы довольны. Так что, друзья, всем рекомендую выкидной ключ брелок сигнализации Startline A93. Мы меньше будет занимать устройство места в кармане и достаточно эффектно.